Они, конечно, зря знают. Проходили же туда два раза, и идут две кобылы на нас, прямо на машину. Прямо по воде. Ну, купают собак. Ой, этих лошадей. Лошадь тоже как собаки. Просто здесь они уже реально... А, ну он повел их всех этот. У них лошади натасканы. Они этот... Под охоту, под псовую и любую охоту. Собака не реагирует ни на выстрелы. То есть они занимаются это профессионально. Не этот, как его... И до собакам, до фонаря. И до ружейного выстрела. То есть психика лошади отлично. Втроем... Да, 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 собак, если что, не боимся. Да, они хорошо реагируют. И рассказывают собак, не боимся. Ведь знают, что собаки здесь. А я закрыл уже всех. Белку не что купить. Бел, что там все? Тихо. Нет, нет, сиди. Все, начинается концерт. Тихо. Да. Хочешь посмотреть? Там концерт бесплатный. На, смотри, тихо, сиди. Смотрите так, смотри. Да, да. А так поплыву. Иди, Каюр, иди, плыви. Побежал. Пусть поработает, глотку разрабатывает. Я все ради него. Нет, вы вдвоем тут нахерачите так, что мы потом это все будем, не знаю, как это вывозить. Это не лапу мне может даже не давать. Как? Лапу мне дал. Нельзя, Чеза. Пусть порезвится, кости разомнет. Тем более, тут, видите, другой разный. По воде идет движение. То есть собака реагирует на воде. Он у нас утятник. Не, ну движение по воде совсем другое. Хоть это будет кто хочет. Все, нельзя, Чеза. Нельзя. Все. Ролик за роликом идут, блин. Это что такое? Буду бодрить людей. Ну а что, поддерживать-то надо. А, глядеть тебе надо, я тебя загородил, ну извините. Ну все. Поплыл. А, дошел. Где мелко? Каюр, ко мне. Каюр. О, правильно, пасы ко мне. Давай. Каюр, абажур. Сейчас уедем. Каюр, бросай ты. Я тебе еще как вот аж давится такое ощущение. Что надо посмотреть на нее. Вся рука теперь придется купаться. Все, отработал. Такой оборванец. Шайтан-байтан. На шее, надо шею хоть подергать. То совсем, ну, придает ему такой, знаете, деревенского пса. Нормально. Ох, вдвоем бы сейчас вот, да, в паре-то. Яркая, блин. Они, медведи, будут работать хорошо. Они в Карелии. Ты просишь выпустить? Злат, иди. Иди, Злат. Нельзя! Ну-ка. Нельзя! Это не напарники вы. Злата не будет. Ругается.
Я сейчас засидеть. Я тебе, блядь. Я тебе. Вся ты вот за это замутила воду. Сейчас я вас буду мочить, на прогулки за прогулками. И мимо нас, и после нас, и до нас. Лошадей надо купать, конечно. Видите, они уж собак знают, она им говорит: вы собак не бойтесь, они нормальные. Вот. Койот добежал там по мелкоте немножко, по гавку в воде побежал, так отряхается, как это, это такой. Весь гнется, разгибается, все, шерсть туда, кости туда, голова туда. Тихо будь. Сейчас вы тут навели бы шороху и плавали бы за ними. И потом, а это только был бы повод, чтобы потом дать дрозда. То есть лошади отдельно, овцы отдельно. Блядь, там еще стоят на лошадях, на поле. Нет, сейчас сиди пока. Нет, нет, ну и в баню. Слушайте, ну сколько же они целый день, у них там лошадей-то много-то. На этой конюшне-то. Я даже подумал, может, в аренду туда коня себе потом купить, и пусть там стоит. Но это надо быть богатым человеком. Ну, сейчас я миллион свой откопаю. Или у них куплю лошадь. Скажу, пусть моя будет постоянная. Так делают многие люди. То есть покупают, занимают место, там конюшни большие. И когда надо, ты приехал. Ну, проще, наверное, ну, чтобы не с ними, а отдельно вот хотелось бы, знаете, не все в одной куче. Там не в аренду лошадь взял, а сам отдельно поскакал, позанимался чем тебе надо там. Ну, погулял даже по этой вдоль этой речки и позанимался именно не вот это вот друг за другом, как эти. Идем ручейком, мы с тобой идем, да. И вот, а хотелось так. Вон сколько там птиц шумит. Кстати, сейчас стая уток пролетела, ну, так высоковато, боком-боком пошли. Ну, такая, я показал, что это. Ну, с молодняком-то еще рано. Ну, и на криковую не похоже. О, о, вот шумят, летят. О, как интересно. О, о, раздухарились-то. Ловят, ловят они, мошкару, наверное. Пизденцы-то. А там у них, наверное, фотосессия, там у них обычно все это такое дело-то привычное. Вы тут все ископали уже. Скоро этот берег рухнет. Там все обрушилось, будет больше пляж. Каюра, ты сыкай, ты далеко пошел? Ёкарный бабай. Да. На речке события у нас какие? Это лошади в основном или какие-нибудь собаки. Вот, все, больше здесь вариантов нет. Но утки это, как сейчас хлопунцы будут плавать, утки тоже, наверное, будет. Ну, это каждый год у меня так все в костер легло, греться будет. Этот, и плавают, я вот молодняк люблю, вот, ну, брать на речку, он плавает, физику развивает и увидит утку. Вот, большим не разрешаю. Как, ну, все равно им не поймать, но тем не менее. Ну, и, во-первых, ты собаку смотришь, как она реагирует, даже пусть на утку, как она плывет, и каюрт увидит, она там вдоль кустиков, помнишь, сколько раз я видел, снимал, тык-тык, утята там, все, погнали. Все, ты пошла ножки помочить, лапочки. Каюр, ты где? Ты вот тут-то? И я тут-то. Че за тобой смотрит? Сейчас в это окно. Раз. Оп. Иди я чуть тебя шею, а. Тут правда как этот охламон совсем. Она, конечно, уходит там от побегов, там эти все дел. Последний побег у нас на деревне какой был? В деревне. После выставки. Чего со зла там начудили? Все коты сидели по березам ночью. Сбежал кто? Ты и Злата. Чеза, к удивлению, вернулась первая.
Только крикнул вот-вот-вот, уже идет. Что-то ее как-то вот не пошло и не зашло. А там основательница была Злата. Так что вот такой еще один покажу вам момент нашего события. То есть у нас каждое движение — это событие и переживание. У меня, у них-то не. А вот у меня, да. Все, всем хорошего дня. Сейчас выпущу. Сейчас, терпи, чуть осталось. Опять буду купать тебя. С тебя начал. Ой, сейчас опять ты задышала, все. Они опять тоже задохли все. Вроде хорошо. Ну, ты-то не сильно дышишь, но я тебя все равно сейчас еще промочу. Красиво, какой красивый. Мужчина, развейте сил. Забирайте. Шучу, конечно. Все, всем настроения.